Сучасна молодь у центрі модного життя. Сьогодні у Могильові пройшов обласний конкурс юних модельєрів «Золотое веротенце». Крыху фантастичные, элегантные и экстравагантные уборы презентовали починающие модельеры Могилевщины на сцене областного палаца творчести. Модный показ собрал 30 коллекций от городских и провинциальных творцов, навученцев объединению по интересах. Журы дала волю на выбор материалов и задумы, обмежевавшую удельников только 4 номинациями. Номинация «Потому что мы в кедах» – молодежная коллекция. Номинация «В стиле диско». Это танцевальная, такая веселая, яркая, красочная коллекция. Номинация «Вечные ценности» – это классическая женственная коллекция. И номинация, посвященная великой дате, которую мы будем все праздновать в этом году, 70-летию Великой Победы, называется «Наследники великой славы». Продумать в образ от сукенок до костюмов, до аксессуаров – не одиная задача этого конкурса. Первообразиться с модельера у модель – то и еще выпробование. Мучились, все слаживали, пришивали. Много работы было, много тканей потрачено, но мы сделали все, что могли. Мы приехали сюда, чтобы показать свою моду, показать свои костюмы, как мы делали, старались. Ну, мы все хотели. Потом мы еще привезли еще 2 коллекции. Это «Модное лето» и «Дискомания». За кулисами девчата крыху хвалюются, але подчас дефиле упевненность у рухах, милые усмешки и безлич неординарных идей. Прихожусь не только скорая свет, але и робит соправдные цуды. И вось намаганиями девчат с глузка на сцене распускаются соправдные кветки. Лекция называется «Нежность». Ну, это же как бы каждая шляпа – это определенный цветок. Роза, вот, допустим, ромашка, лилия. До речи, костюмы удельники створали самых разных материалов – тканины, штучной скуры, паперы. Разом со своими наставниками модельеры креативили на полную моць, на то и конкурс, как удивлять. Безусловно, это развитие движения юных модельеров Могилевской области и повышение уровня этого направления детского творчества. Важнейшей задачей, я считаю, это предоставить возможность ребятам представить свои наработки на областной сцене. Потому что наши ребята огромное количество труда, своей какой-то фантазии, души, да и материальных ценностей, чего скрывать, вкладывают в создание этих коллекций. И, безусловно, они очень рады иметь возможность представить то, что они наработали. Спонсором конкурсу выступила Могилевская фабрика «Морозева». От предприемства переможцам – солодкие призы. От журы – дипломы и подяка за удел. Але модное споборництво никого не покине без подарунков. Як минимум домой модельеры привязывают шерох новых идей.